Привет! Меня зовут Майк, и ты находишься на канале ОФП с вами. Мы продолжаем нашу традиционную рубрику «Спорт Экспресс». Коротко о новостях спорта. Едем. Ну и что же нас ждет с вами на этой неделе? 17 сентября команда «Автомобилист» дома сразится с командой «Авангард», город Омск. 19 сентября команда «Автомобилист» сыграет опять же дома с командой «Кунь-Лунь Ред Стар», Пекин. 21 сентября город Екатеринбург, да, это столица Урала, в 15-й уже раз примет марафон массовый, который называется «Кросс наций». Ну и едем дальше. 21 сентября команда «Автомобилист» сыграет опять же дома в родных стенах на ледовой арене «Уралец» с командой «Спартак Москва». Ну и следующая важнейшая новость для города Екатеринбурга. Это 21 сентября в стенах Академии единоборств РМК уже во второй раз пройдет открытый кубок города Екатеринбурга по боевому самбо среди мужчин. Кубок будет посвящен памяти сотрудников ФСИН России, погибших при исполнении своего служебного долга в городе Екатеринбурге. Лично для меня эта новость просто прекраснейшая, важная новость, потому что когда-то я проходил службу в погонах. Ну и следующая у нас новость для любителей футбола. Это 22 сентября футбольный клуб «Урал» на выезде в городе Тула сразится с командой «Арсенал». Следующая новость для любителей королевских гонок. 22 сентября состоится у нас гоночный уикенд. Гран-при Сингапура в Марина Бэй. Прекраснейшая, красивейшая локация у нас будет. Просто одна из самых красивейших гонок будет в календаре чемпионата мира Формулы-1. Ну и заключительная новость на этой неделе. У нас 22 сентября пройдет очередной турнир UFC Fight Nights за номером 159, в главном бою которого сразятся Яир Родригес и Джереми Стивенс. Бескомпромиссный бой будет. Двух рубил, двух рыбак, двух нокаутеров. Обязательно пиши, будешь ли ты смотреть этот турнир. И, кстати говоря, на этом же турнире еще выступит брат у нас Энтони Петтиса, Серхио Петтис. А турнир у нас будет проходить, где, вы бы думали? Конечно же, в Мексике. Прекраснейшая, да, опять же, новость для любителей боев смешанного стиля и UFC компании в частности, да. И посмотрите, насколько эта компания прекраснейшим образом подходит не только к организации турниров своих, да, по всему миру, но еще к освещению этих мероприятий, да, и дневники бойцов, и освещение турниров, и какие-то, да, межтурнирные, да, все эти пресс-конференции, медиа, все эти события тоже проводят, да. Чего не скажешь о России и о Екатеринбурге в частности, да. Вот недавно, кстати говоря, прошел у нас боксерский турнир в городе Нью-Йорке, на котором выступал Заур Абдуллаев. Вот я попытался найти какую-то информацию, ведь ничего нету. Абсолютно ничего нету, хотя компания РМК позиционирует себя как прекрасная большая компания, которая лучше всех проводит у нас на сегодняшний день, или, по крайней мере, одна из лучших проводит турниры, да, в частности, в городе Екатеринбурге. Но то, как она подходит к освещению и промоушену бойцов своих, конечно, оставляет очень много вопросов лично у меня. Хотя, опять же, все они говорят, что у нас есть наша пиар-служба. Где же вы, пиар-служба? Хотелось бы посмотреть на вас хоть раз. Ну, а я напоминаю тебе о том, что подробности о всех перечисленных мероприятиях ты традиционно найдешь в описании к этому ролику. Мы по-прежнему ведем поиск партнеров, спонсоров. Поэтому, если у тебя секция бокса, или вольной борьбы, или греко-римской борьбы, то ты в этом формате и в этой рубрике можешь сказать о себе. Обязательно подпишись на этот канал, поставь большой палец вверх, нажми на колокольчик, чтобы не пропускать впредь актуальную и важную информацию здесь и сейчас. Пиши свои комментарии. Пиши обязательно, что бы ты еще хотел увидеть в нашей рубрике «Спорт Экспресс». Чу-чу, motherfuckers! Ну а Экспресс движется дальше. Чик-ч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 ик